Здравствуйте, могу я видеть Анну Шеффорд? Распишитесь, пожалуйста. Вы, наверное, родственница. Да, что-то вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У нее болезнь Альцгеймера. Почти ничего не помнит, но ей будет приятно, понимаете? 19-я палата, в конце коридора. Спасибо. Миссис Шеппард? Что, пора принимать лекарства? Нет, миссис Шеппард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Вспоминайте, миссис Шеппард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Другой ваш сын, миссис Шеппард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарства. Пора пить лекарства. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Миссис Шеппард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? Ваш сын в беде, миссис Шеппард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное мне или не знать? Он ни разу не пришел ко мне. За 10 лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Это ваши дети, миссис Шеппард? Джон и его брат? Это они? Они хорошие детки.
Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын. Крошка Джонни. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы.
Он мне их принесет. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Я ищу ее второго сына. Его усыновили, в смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье миссис Шепард? Нет, к сожалению. Ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Родные часто навещают ее. Вы единственная за все 10 лет. Ей можно показать ее вещи, так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Показать ей то, что пробудит воспоминания. Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Показать ей то, что пробудит воспоминания. Она сказала, что любит цветы. А какие? Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка, а теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка.